С награбленным миллионом устремился к Черному морю. В Новороссийске был задержан 29-летний казанец, подозреваемый в разбойном нападении на банк в нашем городе. Сейчас мужчина находится под стражей. Напомню, в марте этого года неизвестный в маске ворвался в офис iMoneyBanka, расположенный в районе медгородка. Выстрелил из травматического пистолета в компьютер и, угрожая сотруднице, потребовал передать ему всю наличность. Когда я открыла сейф, он говорит: доставай деньги, но я что-то уже в ступоре, он стал деньги хватать вот так вот небрежно. В итоге небрежно схватил злоумышленник в общей сложности более миллиона рублей и более 7 тысяч долларов. Как сообщила сегодня пресс-служба МВД республики, задержанный мужчина уже начал давать признательные показания. Он рассказал сотрудникам полиции, что совершить налет на банк он решился из-за сложной финансовой ситуации и многочисленных долгов. Постоянного заработка житель Казани не имел, но при этом должен был выплачивать сразу несколько кредитов. Полицейские выяснили, что сразу после разбойного нападения подозреваемый выкупил из ломбарда ранее заложенные вещи и уехал в Уфу. Затем отправился в Краснодарский край, где и был задержан 1 июня.